гинеколог из Шымкента требует восстановить ее на работе. Сауле Даулетова собрала пресс-конференцию для СМИ, где заявила, что в Центральной городской поликлинике делают незаконные аборты и заполняют липовые документы на пациентов. Кроме того, по словам врача, за короткий срок новый главврач избавилась еще от 50 неугодных сотрудников. Ирина Абрамова разбиралась в кадровом вопросе. Уже 3 месяца гинеколог Сауле Даулетова вместо того, чтобы принимать пациенток, сидит дома. Врача из центральной поликлиники Шымкента уволили по статье, якобы по жалобе больных. Но женщина уверена, причина кроется в другом. Я не устраивала, наверное. Я честно работала, я так думаю. Потому что все махинации, которые заведующий гинекологическим отделением, она там делала незаконные аборты. Потом были у меня ложные карты. Эти карты считаются как мертвые души, понимаете? Они реально не приходят, не открывают в регистратуре. Просто берут карты, заполняют всех по переписью фамильно. Делает ложные анализы. Главврач центральной поликлиники опровергает обвинение уволенной сотрудницы и объясняет, что женщина сама виновата в потере работы. Она уволена за нарушение трудовой дисциплины, за трудовое законодательство. Я вам еще раз говорю, за нарушение трудовой дисциплины, за нарушение законодательства. Проверяющим органам проверены все ее документации и... Результаты положительные, проверка на сегодняшний день закончена, уголовное дело не возбуждено. Спасибо за комментарии. До свидания. По словам сотрудников независимого профсоюза медработников и педагогов, с приходом нового руководителя из этой поликлиники по различным причинам уволились более 50 врачей и медсестер. Надо же бороться за свои права. Малды да башына ұра берсең сиырды сүтіп жібереді ғой му деп. А біздерде ұра береді дейді да жылайды да отыра береді. 54-55 человек уволено. Она единственная пришла. Остальные все поплакали и перестали. Все. То, что за полгода одна из крупнейших поликлиник города лишилась половины своих сотрудников, в управлении здравоохранения знают и уверяют, что все было по закону. 50 человек, пусть будет 53, они, значит, не все они уволены по инициативе работодателя. То есть на основании лично поданного заявления работника сотрудники изъявили желание не работать в данной поликлинике. Пусть это будет со сменой руководства связано, пусть это будет с другими факторами связано, но факт, что это, значит, действия происходили на вполне законных основаниях, то есть по инициативе работника. Сауле Даулетова подала иск в гражданский суд с требованием восстановить ее на работе, а в поликлинику тем временем пришли проверяющие. Ирина Абрамова, Бахадыр Тажибаев, Виталий Заинтинов, 7 канал, Шымкент.